турбозавры, и мы в Роблокс. Крутые игры. Ты, наверное, будешь лучшим игроком. Только благодаря вам. Надо пригласить еще детей играть с нами. Найди всех турбозавров. Пройди полосу препятствий. Помоги очистить водоем от мусора. Собирай турбаксы, выполняй ежедневные задания и выигрывай наш фирменный медальон. Присоединяйтесь. Турбозавры, вперед! Ну вот, теперь можно опять в футбол играть. Если, конечно, Трак снова на мяч не наступит. Петя, смотри, какое небо. Что-то мне все это не нравится. Ты что, боишься дождя? Конечно, нет. Бум! Детский сад, честное слово. Ничего, сейчас Петя с Катей придут и будем играть. Кажется, дождь начинается. Да ну, это ненадолго. Зер, может, посмотришь, есть ли просвет? Зер, с тобой все в порядке? Да, нет, там смерч, черная воронка, которая сметает все на своем пути, и она движется сюда. Нам надо спрятать базу, чтобы смерч ее не повредил. Это само собой, но как же наши друзья? Что с ними будет? Без паники, мы обязательно найдем Петю с Катей и предупредим их. Петя, Катя, прием! Укройтесь в безопасном месте, приближается смерч. Мы выезжаем к вам. Ваши координаты у нас есть. Вот они! Садитесь, на город идет смерч. Петя, мы должны предупредить бабушку и соседей. Как хорошо, что мы вас встретили. Сюда движется смерч. Что? Обязательно прячьтесь в укрытие, например, в подвал. Пойдем. Просто ужас! Бабушка, это не просто гроза, а смерч! Нам надо укрыться в подвале! Я пойду за Ипполитом! Барсик! Куда запропастился Барсик? Думаешь, он уже в подвале? Ну, пошли! Животные в опасности! Турбозавры! Вперед! Держись!
только сарай снесло. Да, долго теперь тут придется убираться. Почему долго? А мы на что? Ты прав. Я и Анки будем убирать стволы деревьев. Тор и До, разравнивайте землю. Трак, собирай обломки и строй сарай заново. Зер? Я тоже буду помогать строить сарай. Буду давать Траку указания. Лучше не надо. Тогда я ничего не буду делать. И вообще я устал. Я кота спасал. Меня вместе с ним чуть не унесло. Ну ладно, отдыхай. Турбозавры, вперед! Повезло. Нас смерч почти не задел. Похоже на то. Я только не пойму. Мне кажется, он был меньше. По-моему, какой был, такой и остался. Я вообще не вижу разницы. Теперь не буду ни звонить, ни писать. Буду смайлики посылать и стикеры. Катя, идем гулять. Ну сколько можно сидеть дома в такую-то жару? В школе на лето задали написать доклад про торф. Доклад про торт? Что может быть приятней? Да не про торт, а про торф. Торф – это полезные ископаемые. Торф – это земля, которая образуется на болотах из не до конца сгнивших растений. Сначала его находят, потом увозят на заводы, там перерабатывают, и получается горючее или удобрение. Ого, вот это да! Катастрофа! Зер, что случилось? Случилось страшное! Пожар! Все горит! Где? В соседнем лесу над болотом дым! Нужно срочно сообщить Пете и Кате! Петя, Петя, прием! Привет, ребята! А я как раз уговариваю Катю пойти на прогулку. Какая прогулка? У нас кошмар и ужас! У нас пожар! Где пожар? Зер летал на утренний осмотр и увидел задымление в районе соседнего болота. Дым валит столбом! Огонь движется с бешеной скоростью! Совсем скоро он расползется на километры! Нет, на сотни километров! На тысячи километров! Спокойно. Надо осмотреть место и понять масштаб бедствия. Зер, пока лети на место происшествия и транслируй пожар на большой экран. Мы скоро будем у вас. Так, дым видно, а огня нет. Странно. Огонь под землей. Это из-за жары загорелся торф. Пожар может распространиться на лес. Самим огонь тушить опасно. Необходимо вызвать пожарных. Но до прибытия пожарных нужно как-то остановить распространение огня. Смотрите, у меня есть план. Вот это болото. Вокруг него нужно вырыть защитную полосу. Людям приближаться опасно, зато турбозаврам под силу. Я вызову пожарных, а вы соорудите траншею, и огонь дальше болота не проникнет. Да, задача сложная. Задача сложная, но нет ничего невозможного. Турбозавры, вперед! Очищаешь полосу вокруг болота от сухих кустов. Угу. Тор, ты прорываешь траншею вокруг болота. Анки, ты гусеницами утрамбовываешь вырытую землю, чтобы получился вал.
Трак, собери и отнеси подальше от болота стволы засохших деревьев. А лягушки? Как быть с лягушками? Вы видели, как они напуганы? Зер, ты можешь заняться эвакуацией лягушек. Я рассчитан максимум на трех лягушек. Вас много, а я один. Ты их так до утра будешь эвакуировать. Может, попробовать сеткой? О, отличная идея. Но где взять сетку? Есть сетка на волейбольной площадке. Можно ее позаимствовать, а потом вернуть. Катя, ты гений! Вижу пожарных! Отлично! Мы как раз закончили защитную полосу. Возгорание торфа на болоте ликвидировано. По прибытии на место происшествия, пожарные обнаружили отличную защитную полосу, которая предотвратила распространение огня. Пожарным осталось только залить огонь водой. Торф из-за жары загорелся. Это бывает. А вот чтобы защитная полоса сама появилась... Такого я еще не видела. Кажется, я знаю, кто нам организовал этот концерт. Сэр, это что за дела, а? А что такого? Я их там временно поселил. Им же надо где-то жить, пока на болоте все успокоится. Да, Буль, Зер, Анки, Тор и Трак – твои друзья турбозавры. Чем бы вы хотели заняться вместе с ними? Поиграть, порисовать, сделать поделку, посмотреть фильм или устроить приключение? Заходи на сайт турбозавров и находи там идеи для развлечений и обучения. Скачивай раскраски и шаблоны поделок. Играй и устраивай конкурсы и праздники с друзьями. Находи игрушки и настольные игры с любимыми героями. Не догонишь! Не догонишь! Тор, осторожно! Ух ты! Анки, смотри, какая пещера! Это не пещера, Тор. Это старая шахта. Раньше в ней работали люди. Раньше? Значит, сейчас их там нет. Давай в ней поиграем. Тор, а вдруг это опасно? Давай не пойдем. Ну, если ты испугался, то можешь подождать здесь. А? Догоняй, Анки! Тор! Анки! Тор! Петя, Катя, привет! Вы случайно не видели Тора и Анки? Нет! Они что, потерялись? Как сквозь землю провалились. Ой, а сквозь нее, правда, можно провалиться? Нашел! Нашел! Это их следы! Видите, какой я наблюдательный? Если пойдем по ним, отыщем и Тора, и Анки. Турбозавры, вперед! Тор, Тор, ты тут? Тут, Анки, только я это, ничего не вижу. Кто-то выключил свет. Сейчас. А. Вход завалило. Разгребем, делов-то. Иначе разгребать придется нас. Все может обвалиться. Лучше поищем другой выход. Следы Тора и Анки обрываются здесь.
Странно. Они провалились сквозь землю. Скорее всего, Тор и Анки забрались в шахту и их завалило. Надо скорее разобрать завал. Нет ничего невозможного. У меня есть план. Буль, ты можешь расчистить площадку перед шахтой? Легко! Трак, возьми поваленные деревья и очисти от веток. Используем их, чтобы укрепить проход. Ага. До, Зер, привезите сюда бабушкину тачку. Турбозавры, вперед! Развилка. Давай-ка подумаем, какой путь выбрать. Да чего тут думать? Они же одинаковые. Спасибо, Анки. Я же говорил, нужно подумать. Зато теперь мы точно знаем, какой путь выбрать. Не этот. Давайте, ребята, нужно поторопиться! Ура! Солнце! Я уж думал, что никогда его не увижу. Ребята, поднажмите! Тор, смотри, Буль с ребятами что-то делают. Надо им помочь. Тор, Анки, вы вовремя! Нам надо расчистить этот завал и поскорее! Ау! Тор! Анки! Ау! Тор! Анки! Погодите-ка, это же мы! Заколотим второй вход, и больше никто не попадет в неприятности. Ты был прав, Анки. Не стоило лезть в эту пещеру, то есть в шахту. Это опасно. Ладно, Тор, но чур ты теперь водишь 5 раз подряд. Буль, Зер, Анки, Тор и Трак – твои друзья-турбозавры. Теперь они на веселых стикерах в Вайбер. Подписывайся на наш канал и посылай друзьям яркие эмоции. Ссылка в описании. Жаль, что дождя давно не было. Цветы сохнут. Бабушка, смотри, какие тучи! А? Дождь обязательно будет! Ой-ой-ой! Это не просто дождик, а настоящая гроза. Петя, Катя, давайте скорее в дом. Нет, сначала надо собрать все яблоки. А? Ты прав. Иду, иду. Чего? Гром — это всего лишь звук, его не следует бояться. Вот молния — совсем другое дело. Потому что это неуправляемое электричество. Молния может вызвать пожар и нанести вред человеку. Мы в школе проходили. По-моему, гроза уже кончилась. Пошли гулять. Постой! Мне кажется, я вижу, как в лесу что-то горит. Где? Посмотри, туда совсем недавно молния ударила. Бам!
Бабушка, лес горит! Сейчас позвоню пожарным. До приезда пожарных надо попытаться остановить огонь. Ты прав, но мы не справимся с ним в одиночку. Поэтому вся надежда на наших друзей. Нам нужна ваша помощь, чтобы остановить пожар. Задача трудная. Трудная, но нет ничего невозможного. Тут находится пруд. Если провести канал вот так и заполнить его водой, огонь не сможет идти дальше. А что, если твой план не сработает? Огонь может приблизиться к городу. Надо предупредить людей. Бери До и объезжай соседей, чтобы они были готовы, если потребуется эвакуация. А мы займемся каналом. Турбозавры, вперед! Тор и Буль, вы копаете канал. Ты с этой стороны, ты стой. Здесь много валежника и сломанных деревьев. Если на них попадет хоть одна искра... Трак, собирай валежник. Анки, увези стволы подальше от огня. А мне что делать? А ты следи сверху, куда движется пламя. Ветер дует в нашу сторону. Огонь уже близко, на северо-востоке. Где, где? Трак, не отвлекайся. Спасибо, Катя. Я приготовлю все на случай эвакуации. Мы уже все приготовили. Значит, пожар, да? А я даже яблоки собрать не успел. Ладно, чего уж теперь. А ты молодец, что ходишь и всех предупреждаешь. Правда молодец? Хвалю! Это на всякий случай. Может быть, пожар все-таки удастся остановить. Потому что мы команда. Команда друзей. Какие кадры! Какие получились кадры! Огонь, дым, все каналы роют! Только меня на них нет. Ну да, ты же снимал. Так, а вот и пожарный. Сейчас все потушат. Надо успеть! Хочешь поиграть с нами в умные игры? Перетаскивай картинки, собирай пазлы, тренируй память, рисуй и раскрашивай. И собирай награды прямо на планшете или телефоне. Я не понимаю, зачем его рисовать? Я просто упражняюсь. Я вижу, но упражняться можно по-другому. Например, нарисовать меня. Начинается. А что? Во-первых, я красивый. Во-вторых, я очень красивый.
В-третьих... Тебе нечем заняться? Зер, ты же недавно поставил себе новую линзу. Вот и опробовал бы ее. Я как раз собирался. Ну вот и хорошо. Отпусти его. Так, посмотрим, что мы видим. По-моему, это дерево скоро упадет. Что такое? Откуда же ты взялся такой? Нет, нет, не надо! Что же мне с вами делать? Значит, дерево перекосилось? И гнездо тоже? Да! Птенцы уже падают из гнезда! Если бы меня там не было, они бы погибли! Я думаю, нам нужно отправиться на место и посмотреть, что там. Боюсь, что дерево и правда не удержится. А мы можем его пересадить? Я думаю, это возможно. Прекрати! Мы не желаем тебе ничего плохого. Боюсь, это трудно будет ей объяснить. Перестань! Видите? Она ничего не даст нам сделать. Значит, надо куда-то ее заманить и запереть, чтобы она нам не мешала. Можно взять у Степана Петровича переноску для кота. Точно! Бедная птичка, как она волнуется за своих детей. Что делать? Нужно потерпеть. Сейчас мы быстро все сделаем и выпустим тебя. Турбозавры, вперед! Слушай мою команду. Сэр, перенеси птенцов из гнезда. Тор, мы с тобой выкапываем новую яму. Меня забыли. Ничего подобного. Ты следишь за мамой птенцов. Трак, ты придерживаешь дерево, а мы подкапываем корни. Ты передаешь дерево Анге. Везем его на новое место и ставим. Можно выпускать? Она так переживает, бедная. Мы все сделали. Выпускай птицу. Ладно, пойдем отсюда, чтобы она не тревожилась. По-моему, хорошо получилось. Зер тестировал новую линзу и спас птенцов. Ну, мы тоже принимали участие. Мы все приняли участие. Да, но меня чуть не заклевали. Я был в опасности. А что тут смешного? Я же истинную правду говорю. Да, подтверди. И Тору тоже досталось. Жми кнопку подписаться, и мы будем видеться чаще.
договаривались на 10 утра. Проспали, наверное. А вот и мы! К занятиям по безопасности дорожного движения готовы! А я? Я что буду делать, пока вы тут занимаетесь? Я по дорогам не двигаюсь. Моя стихия – небо. Мне эти занятия не нужны. Эти занятия нужны всем, даже пешеходам. Да? Ну ладно, я иногда пешеход, изредка. Сегодня изучаем дорожные знаки. Катя будет показывать знак, а вы должны говорить, что он обозначает. Разрешено движение только прямо. Правильно. Пешеходный переход. Да. Подумаешь, это проще простого. Что на знаке нарисовано, то он и обозначает. Чур, следующий я. Впереди большой забор. Неправильно. Этот знак обозначает железнодорожный переезд со шлагбаумом. Подумаешь, немного ошибся. Вы тут занимаетесь, а я лучше полетаю. Буду изучать знаки с высоты полета птеродактиля. Ну и пожалуйста. Катя, продолжай. А, какая прелесть! Этот знак обозначает, что на дорогу могут выйти... Утки! На дороге утки! Утки? Но нарисован олень. Я летел, а на дороге утка с утятами! А тут автомобиль, и я всех спас! Молодец, Зер! Ты настоящий герой! Мы должны сделать так, чтобы уткам и другим диким животным было безопасно переходить через дорогу. У меня есть идея. Это шоссе. На обочинах установим опоры. На них положим перекрытие. К ним подведем наклонные, ну, штуки такие. Пандусы! Это называется пандусы. А сверху можно насыпать земли и посадить траву. Получится экологический переход. Я видел в нашем лесу несколько поваленных деревьев. Из них получатся отличные опоры. И пандусы! Какое красивое слово! Пандус! Нужно найти в лесу эти деревья и очистить их от веток. Задача сложная, но нет ничего невозможного. Турбозавры, вперед! Работы. Я быстро. Сэр, До, следите за дорогой. Если кто-то появится, предупредите нас. Если кто-то появится, я знаю, что делать. Тор, ты сверлишь в земле отверстие. Трак, ты устанавливаешь в эти отверстия опоры. Анки, ты подаешь траку бревна для перекрытия. Буль, ты засыпаешь переход землей. Турбозавры, вперед! Завтра мы принесем семена и посеем на нем траву. А можно, пока никто не видит, я прогуляюсь по этому мостику? Конечно, можно! Отличные кадры получились, но кое-чего не хватает. В
каком это смысле? Дорожного знака с оленем не хватает. Здесь же через дорогу будут переходить дикие животные. Молодец, Зер, правильно. Видеть новые серии первым? Нажми на подписаться. Привет, ребята! Что делаете? Готовимся к гонкам. Ух ты! А что за гонки? Гонки с препятствиями! Победителю достается кубок турбозавра! Буль! Трак! Снова буль! О, а вот и До! Целых 4 раза! О, даже Тор тут! И Зер тоже тут! Давно это было! Сейчас уже не бегаю, так, с воздуха наблюдаю! А где же Анки? Его имени тут нет! Анки тут нет! Потому что он ни разу не выиграл. Да, не везет ему. Анки сказал, что не будет больше участвовать в гонках. И вообще, он гусеничная техника. И он абсолютно прав. У него же гусеницы вместо колес. Он не может ездить так быстро, как вы. У меня, например, тоже колес нет. И ничего, один раз даже победил. Ну ты сравнил, Трак. У тебя шаг, как у него 10. Но ведь это же гонки. Побеждает сильнейший и все такое. Эх вы, друзья называются. Скажи мне, До, сколько раз он тебя брал на буксир, а? Тор, когда ты в речку упал, кто тебя вытаскивал? Так что делать-то будем? Есть одна идея, Буль. Опять эти гонки. Каждый год одно и то же. Надоело. Анки, привет. Привет. А почему ты тут один? Тебя все на трассе ждут. Да ну и я. Анки, перестань. Ну как они без тебя? Кто самый умный? Анки. Кто всех всегда вытаскивает? Анки. Да-да-да, раньше трассы были простые. А на сложной, где думать надо, я бы еще посмотрел, кто выиграет. Ну, не знаю. Ты же на самом деле быстрый и ловкий. Но у меня гусеница, Кать. А у них... колеса! Между прочим, гусеницы – это очень даже хорошо, особенно на бездорожье. Значит так, за старым дубом будет крутой поворот. Будь осторожен. А потом начинаются ямы и кочки. Так что гляди в оба. Всем участникам приготовиться! Турбозавры, вперед! Анки, давай, жми на газ! Готовимся к гонкам. Осталось!
Цыпочку! В камеру не смотрим! На его месте мог быть я. Трак, у тебя до следующих гонок есть целый год. Тренируйся! Нажми на подписаться и смотри новые серии Турбозавров. Боря, дай теперь мне постучать. Нам обоим подарили. Сейчас моя очередь. Уже моя! Ну ладно, стучи. 10 раз. Петя, как думаешь, из Бори и Феди получится когда-нибудь барабанщики? Нет ничего невозможного. О, куда это вы? За ягодами. Идем с нами. Не могу. Мы с Федей репетируем. Как бы не заблудиться. Пойдем обратно. А? Петя, слушай. Да это же родник. Жалко, что от дома далеко. А? Далеко? Похоже, мы подошли к дому с другой стороны. Дом в той стороне. Класс! У них получилось! А нам-то что делать? Дорожку. Согласна. Но без турбозавров тут не обойтись. Так, что у нас есть? Болото – одна штука. Сухие кочки – раз, два, три. Там еще есть. Идея! Мы проложим между сухими островками мостки из бревен. Мы с Траком притащим сюда поваленные деревья. Тор распилит их на половинки. Анки установит их в нужные места. Так мы сохраним местную флору. Тут столько редких растений. Это будет экологическая тропа. А я буду заряжать вас позитивным настроением. Турбозавры, вперед! Вот это кадр! Удали сейчас же, Зер! Скорее вытащите меня отсюда! Экологическая тропа в действии! Подождите, это еще не все! Какая забавная травка! Это росянка. Растение-хищник. У нее есть клей, с помощью которого она ловит добычу. Ой! До, ты для нее слишком крупная. Росянка охотится только на насекомых. Ну вот, дорога к роднику открыта. Спасибо вам, ребята.
Вы настоящие друзья. Одни мы бы не справились. Теперь мы будем пить родниковую воду. Замечательно. Сколько у нас интересных растений. Да кто все это придумал-то? А мы и не знали про этот родник. И вода такая вкусная. Ой, что это? И все-таки я не понимаю, как за один день можно научиться так играть на барабанах? Поставь лайк этому видео, и мы будем появляться чаще! Продолжайте заниматься, а нам с Петей надо домой сочинение писать. Сочинение? Какие сочинения? Нам на лето задали написать сочинение на тему, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Это очень интересно. И кем же вы хотите стать? Я хочу стать инженером-строителем, проектировать дороги, мосты, плотины. А я хочу стать дизайнером одежды, придумывать красивую одежду. Ее потом на показах мод будут демонстрировать супермодели. Супермодели? А это кто? Это такие люди, которые одеваются в новую красивую одежду, ходят туда-сюда, а все смотрят. Отличная работа! Я тоже хочу быть супермоделью. Я замечательно умею ходить туда-сюда. А я бы не смогла быть супермоделью. Так страшно, все на тебя смотрят. А вдруг я недостаточно красива? Ну что ты, До? Ты запросто могла бы быть звездой. Да, но я всего лишь динозавр. У меня есть одна идея, но это подождет до завтра. А сейчас мы пошли сочинение писать. Мы придумали, как сделать звезду из нашей До. Завтра в городе проходит конкурс на лучший тюнинг автомобиля. До примет в нем участие. А что такое тюнинг? А это не больно? Тюнинг – это когда на автомобиль устанавливают всякие дополнения, чтобы он выглядел красиво и необычно. Вот это да! Мы дополним До, и она будет выглядеть красиво! Ты хочешь сказать, что сейчас я выгляжу некрасиво? Нет-нет, я не то сказал! Я хотел сказать необычно! А где мы возьмем эти дополнения? Сначала мы сделаем эскиз, а потом распечатаем все, что нужно, на принтере. Ну, скоро? Покажи, нам же интересно! Готово! Вау! Это я? Ага, это ты через час. А мы сможем аккуратно установить все эти детали? Задача сложная, но нет ничего невозможного. Как-то странно себя чувствую. Вроде это я, а вроде и не я. По-моему, красиво. Правда, Тор? Очень. Я тоже хочу этот, как его, тюнинг. В другой раз, Тор. Сейчас нам пора на конкурс. Буль, убирай базу и тренировочную площадку.
турбозавры, вперед! На подиум приглашается серебристая ракета. Ой, я так волнуюсь. Не волнуйся, я сфотографирую твою победу. Черная акула. Розовая молния. Да, это ты, пора. Я не понимаю, как это получилось. Главный приз – лучший тюнинг. Ведь весь мой тюнинг отвалился. Это я виноват. Надо было гвоздями. Просто никакой тюнинг тебе не нужен. Ты и так самая красивая. Вот и фотография есть. Зер! Жми кнопку подписаться, и мы будем видеться чаще. Мы скучно отдыхаем. Ух, жарко. Даже играть не хочется. Так давайте пойдем на озеро купаться. Ой, в такую погоду на озере, наверное, полгорода собралось. Весь город. А вдруг нет? Зер, слетай, проверь. Только я устроился поудобнее. Зер. Понял, понял. Уже лечу. Ничего себе! Сейчас Зер нам все покажет. Ой! Докладываю, людей нет, но купаться тут совершенно невозможно. Какой ужас! Так это нельзя оставлять. Мы можем собрать мусор на берегу. Но что делать с мусором в воде? Надо что-нибудь придумать. Идея! Мы построим плот, будем забрасывать с него сеть и все соберем. А потом отвезем мусор в город на переработку. Мы не поместимся на плот. А если и поместимся, он утонет. Я знаю, что надо сделать. Мы используем велосипед. Я видел такое в интернете. Плот будет двигаться за счет велосипеда. Что? Это как? Смотрите, вот плот, а в центре мы поставим велосипед. Он будет двигать плот, я буду на нем сидеть, а Катя будет забрасывать сеть. А вы поможете нам построить плот. Отличная идея. Я что-то пропустил? Мы строим плот, чтобы спасти озеро. Анки, ты будешь собирать сломанные деревья и передавать их мне. Трак, ты обрабатываешь бревна и подсоединяешь велосипед. А как же кувшинки и другие водные растения? Они очень нежные. Если вы зацепите сетью стебель, он сломается и растение погибнет. Там, где растут кувшинки, мы будем собирать мусор вручную. До, ты будешь с берега мне подсказывать, чтобы я ничего не пропустила. А я? Так нечестно! Я тоже хочу подсказывать! А ты будешь сверху контролировать очистку всего озера. Да, я отлично умею контролировать. Турбозавры, вперед!
Внимание, все факторы, еще вес велосипеда и вообще... Плывет! Плывет! Ура! Теперь они соберут мусор, и все будет хорошо. А ты не верил. Я просто немного сомневался. Еще бутылка. И еще одна. Вот. Пропустили. Ага, нормально. Осторожно, кувшинки уже близко. Рядом с ними консервная банка. Надо ее убрать. Вон там еще мусор. И там. Ах, как же тяжело работать. А теперь трак спрессует мусор, и мы повезем его в город на переработку. Послушайте, я только что вспомнил! Мы ведь даже не искупались! Хе-хе-хе.